Сказочники, всем салют с острова чудес. И столько всего необычного происходит вокруг. И я хочу вам поведать обо всем этом. Баня под пальмами. О, блин, огонь. Приду к пацанам, здорово. Всем салют. Что тут у нас? Не все попадут. Я знаю, да, что это работает на быстро очень. Хоп, ты заходишь, такое все запотело. О, сидит братуха, кайфует. Не, хорошо, хорошо, кстати. Вот веник, камни, красная подсветка. Все, ждали гостей. Мутная вода, грязное зеркало, но зато искусственные цветы. Че, nice place, bro. Thank you. Да, прозрачность воды не буду описывать, но, в общем-то, вы же понимаете, что здесь сауна, баня, это такая какая-то русская эстетика, декабрь на улице, плюс 30, мерзнем. Какие-то маленькие нюансы, вот такой разноцветный над бассейном под открытым небом. Ну, самая мулька, конечно, вот это для положенцев. Кто-то дернул два кресло для отдыха с аэропорта города Дели. Вот теперь авторитеты, там кости кинули, теперь блатуют. Вот Ира, кстати, она каждый день, я сколько лет? 8 лет занимаюсь спортом ежедневно. Бывает 5-10 минут в день, этого достаточно. Без спорта жить невозможно. Согласись, со спортом у тебя настроение лучше. Настроение, бодрость заряжает. Просто огонь. Начинается музыка, и Ира медленно снимает свое верхнее белье. Будешь? О, ничего себе, вот эта линия на прессе. Да. Не знаю, сейчас уже я на парней увеличу, что они там сзади начали делать. Нам еще и девчат туда поставлять будут. Смотрите, прикиньте, вот такие классные. Все, я пошел. Он готов? Давай. Ну вот, смотрите, ребята, отличие-то в том, что есть рисовый веник. Он там на березовый идет налегание, а вот этот рисовый. Порог. Ну вот, душ через дорогу, сказали. Че, где дорога? А, ну, кстати, душ огонь. Кстати, да, очень прилично. Хорошо. Вот даже, в общем-то, мы сами ее можем топить, самообслуживание, все сами. Упало. Красиво, бесконечно будем смотреть. Ну вот возникает как бы вопрос о том, что баня бесплатна сегодня. Знали, в общем-то, все в Гуа, все разноговорящие люди. Но почему всегда собираются только русские? Потому что мы русские, придаем очень быстро по цепочке. Халява священная. Так чик-чик, как муравьи усами друг друга. Сейчас я главного муравья засниму, от которого пришла информация. Какова скорость передачи информации у нас в нашем воздухе, разряженном гуанском? Сколько человек в секунду узнает о том, что халява прибывает? Смотрите, как осознанные люди относятся к восстановлению водяного баланса. И там же в бане Ирина пригласила меня на проводимые ей практики гонгов. И приехал я в кои-то веки в Арамболь на эзотерическую медитативную практику гонгов. Вон на том баньяне. Шикарное дерево. Я там был пару раз и все время ночью. Сейчас хоть увижу, что же там днем происходит. Здесь как бы сходить на практику, это вот как на выходных, я не знаю, там в Москве в Пятерочку съездить на закуп. Это обязательно, это нужно. Особенно сладкое слово за донейшн. Оно сразу так, оп, о, это дело. Надо сделать. Идем. Ну что, набор шизотерика. Скутер позитивненького цвета. Одеяло, йога-коврик, бутылочка воды намоленный. Ну и баньян дерево. Голое тело ни с чем не спутаешь. Создает космос уюта. Чик-чик. Главный костровой. Бери вот этот камень и давай, похерачили. Здесь еще как бы сумерки, трещина между мирами, а здесь уже магия. Тут ничего уже говорить не нужно. Все говорит само за себя. Какие-то феи, какие-то...
Итак, здравствуй, здравствуй. Сестриц прекрасный. Ты все-таки решил снимать? Да, привет, рад видеть. Здравствуй. Очень красиво ты выглядишь. Благодарю. О, уже звук пошел. Но саму практику снимать я не буду, потому что я хочу получить максимум впечатлений и узнать, как же она действует на людей. Целый час лежать, когда ты лег, ты закрыл глаза, еще сумерки. Когда ты открыл глаза, уже ночь. А здесь в стороне дивули, вообще наши феи тренируют супердвижение. Охрененно. А вот еще покруче набор. Вот есть энфил, барабан. И потом костер и... Какао. А, какао? Ну все. Тогда слова энергии, какао, костер, барабан. Это все значит об этом. Все, понеслась. Какао-пати. С дымком, с грушами, с вялеными, не знаю, огурцами и пушниной. Все, попробовал. Класс. Улетел, да. Может, даже с мухоморами, кто знает, потому что шаман уже здесь. Шаман уже готовит свой бубен. Что-то пришла мысль, что, наверное, тоже поющие чаши, обладатели их соревнуются в количестве, в качестве, в размерах. Потому что после 25 сантиметров паши Ириные чаши кажутся маленькими, а здесь их больше, ярче сверкают. Само собой, уважение больше. Вот он, волшебный миг, начало объяснений, что же нам нужно было делать. Ребят набилось под баньяном, собрал, и девчат тоже. Подготовились. Прикиньте, укладывайтесь. Пару слов о себе, о сессии вообще в целом. И это гармонизирует, очищает, наполняет. Я думаю, сегодня многие почувствуют, о чем я говорю. Вы можете делать все, что вы хотите. Хотите дыхательные практики, хотите спать, вам будет хотеться спать, спите. А вы можете попробовать увидеть звук, закрыв глаза, здесь темно как раз отлично. Можете увидеть его цвет, увидеть вибрацию, почувствовать, что внутри происходит в вашем теле. Для того, чтобы сгармонизировать свое состояние. Чтобы комары не кусали. We not do nothing bad. We do only good. Meditation here, bro. What's your meditation? Набежали мусора, ворвались. Опять всем домой. Да, они говорят, не-не, это в ваших же интересах, лучше просто уйти. Никакой причины, почему мы здесь не можем находиться, нет. 5-6 полицейских ворвалось. Прикольно, он смог загипнотизировать 4 ментов с палками. Вот это сила. Но Ира продолжает практику. Она не остановилась. Она умница. В этой ситуации она среагировала вообще классно. И так всегда у людей практика, ее нужно продолжать, потому что власти, потому что какая-то эта сила, которая не дает нам внутренне развиваться нашим индивидуальным путем идти, она всегда будет пытаться вмешаться. Но наша задача идти
путем идти в сердце, развивать свои состояния. А то они с палками прям бегите, уходите прочь, вы тут форены, вы никто. Нельзя, нельзя. Как нельзя? Можно? А, здорово, баба. Hello, баба. По дороге увидел, очень красиво. Но умеют они все-таки красиво сделать, чтобы, ну, привлечь. Тут множество буйства красок тропических. И, соответственно, и люди тоже любят краски, любят все цветное, красивое. У нас там все какое-то серое, все какое-то снежное. Это нельзя, все в черном ходят. А здесь нет, здесь наоборот все. Это радует, это поднимает настроение. Давай вперед, опять этот прокачанный чувак. Пойдем, не разговаривайте, друзья, с ним, мы с ним не разговариваем, мы его презираем, потому что он негодяй. Но все же, смотрите, какое он придумал место, куда затянуть нас, честных блогеров, чтобы делать что-то, ну, надеюсь, приятное. Да, это очень замечательное место. Вам это же еще найти надо такое. Это же настолько от налоговой скрываться, вы можете себе представить? Ночной рамболь, артефакты, полуголый. Смотри, какие. Завалили дорогу старыми тачками, чтобы никто не догадался. И вот продолжаем путешествие. Ну, я бы даже никогда бы не то, что не подумал. И вообще, у меня мысли бы не пришло, что здесь можно где-то получить удовольствие. Может, как-то пизды, да. А вот чтобы удовольствие... Нет, все добро. Дай бог им всем здоровья, прекрасные люди. Это полоса препятствий. По-моему, китайские полицейские такие экзамены сдают. Туда пробежал, бревно на плечо. Снеху не забыли. Ты тут? Давай. Добро пожаловать в рай. Фишой, по-моему, это как рекламный стенд. Давай все. Снимемся. Они как сурикаты в мультфильме, глаза большие. Нет, даже. Так, чё? Чё, здесь у нас... А здесь как чил? Да, огонь. Беседка. Здорово, Фишай, ты чё делал? Не отвлек тебя? Здорово, рад видеть. Я вот на снег засмотрелся. А что, это зависло? Охрененно. Да, мы тут показываем снег. Очень хорошо. This is really... And you feeling that more colder, more frozen, вот and you would like to go inside. Снега можно набрать. Сейчас. Классная задумка. Здорово. А потом еще... Сейчас я там появлюсь, смотри. О, Сидя, ты куда? Вернись, брата, без тебя дорогу назад не найдем. Эти размеры. Походу, пацаны взяли, да, в плен гномов. И они развлекались тем, что гоняли шары. Шары-то есть? Есть, они вон там загружены, можно поиграть вообще. Вот, ну главное позорище вообще всего этого мероприятия, то, что это Арсений. Он обладатель чрезвычайно, ну по его мнению, успешного телеграм-канала, который типа собирается снимать со всех бывалых матерых гон. Семен, ты не мог бы? Хорошо, и по этому поводу... А, и поэтому идея у меня такова родилась. Пацаны стали собирать деньги, и они имеют на это право. Они разгоняли эти каналы, они молодцы. Мы устраивали такой кипиш здесь, в Гоа. Ну, ты вот сам они знаешь, кипиш Борис, могут устроить. Я. Пользы мало, но кипиша много. Но люди о нас помнят, а это главное. Поэтому я решил, что надо разгонять свои медиапространства, свои медиахолдинги назовем. И поэтому, ребята, в описании будет канал, телеграм-канал. Чат за позитивное развитие во всем мире. Присоединяйтесь. Вся реклама, все объявления, бесплатно? Все, что хотите, там будет бесплатно. Приглашать. Первое время. А потом, как у нас, да? У меня тоже первое время было бесплатно. Ситуация такая, что я как бы обеспеченный человек, а Арсения нет. Поэтому она там будет, я надеюсь, всегда бесплатно. Если в мире не произойдет реальный апокалипсис, который изменит вообще всю структуру, весь расклад сил. Поэтому добро пожаловать, друзья. И бесплатный сыр в мышеловке, не забудьте. Это важно. Черт какой, а? Индия мама радует контентом. Тут можно увидеть все, что угодно. И девчонок с розовым чемоданом, и тут же тетушек в сари. Ну и дядька на работе. Вообще местные дамы с суровыми лицами такие. Но вот интересно, тоже вот местный же человек. Не, ну тоже суровое лицо такое. Через несколько дней мы решили повторить эту практику, но уже днем, чтобы никто не врывался и не выгонял нас с палками.
И все знают, что шаманские любые практики — это все во благо. И вот тур, шаман-тур в Мексику со всеми вытекающими, с пустынями, с растениями, с шаманами, конечно, с достопримечательностями. И вот он уже для тебя стартует 29 января. Есть шанс уже быть в Мехико. За подробностями в директ, в личку. Сейчас самое время. Сейчас это нужно. Будущего, возможно, уже нет. Невероятная очередная практика. Смотрите, как воодушевился индийский парень. Он уже в намасте склоняется, говорит: хорошо, почистила, поправила. Там девчата вообще, у них свои идут процессы очень непростые. Освобождаются внутренние зажимы энергетические. Ну, а меня почему-то тянет туда, наверх. Хочу посмотреть с высоты. А, ну Бандера особого приглашения не ждет. Че, гены, все, обезьянка лезет. Я думаю, там особо нет. Так, ниндзя в деле. Чик. Чик. Нет, с тремя конечностями шансов немного. Я прям на днях пересматривал про Маугли. Вы помните тот мультик в детстве, который накидывал нам идею о путешествиях, о каких-то прокачанных парнях? И я сейчас увидел, да Маугли был просто эталоном спорта. У него там мышцы, и причем в каждой серии. В каждой серии он изменялся. Прям показано было его взросление с младенца. Там такой туповатый пиздюк. И потом такой спортик прокачанный. Самый мощный на районе. И стал вождем, главарем. А потом женщина его забрала. Говорит: все, пора. Пора размножаться. Того, что не просто талантливый человек, а эзотерически прокачанный, еще и художница. Создали космический байк, космобайк. Специально назвали его Spaceship, космический корабль, чтобы он пролетал вне зависимости от закрытых границ, постов, полиции и так далее. Да. Без остановки. Ты сейчас назвала, кстати, кодовое слово на компьютере на моем, которое, я думал, никто не догадается. Да. Не вскроет, да. Spaceship. Ну, инструктаж. Как человеку после эзотерической практики до дома добраться? Не стесняемся. Оба. Тут без хатха-йоги на такой. Жизнь непроста. Да, чик-чик. Даже быстро, правда? О, Максим. Крикет. До сих пор максимально таинственная игра для меня. Сколько усилий было вложено в том, чтобы понять правила, чтобы понять, как считают эти очки, чтобы понять, почему матч идет с Австралией 2 дня. А Пакистан, Индия, там это вообще, по-моему, затяжной на недельку. You know, yeah, what's happened here? I know, but a little bit. Ну да, они как бы знают, но непередаваемо это для иностранцев. Да, я думаю, вы сами поняли, что главное — лупи по мячу и не заморачивайся о жизни, бро. Скамейка запасных угорает, говорит: вот лохи, не умеют нормально палкой дубаснуть. Особенно, говорит, толстяк нас напрягает. Тоже мне на живот принимает мяч все время, ежи у него дубина. Да, есть поинтереснее точки. Не, не Бандер. На крыше заведения, на закате. Вообще, вот эта эстетика — не достраивать верхние этажи, она на перспективу. Люди здесь живут долго, поколение за поколением. Они заботятся, они понимают, что скоро еще кто-то родится, и надо будет пристраивать еще этажик. Потом отдадим их на спорт. Очень влияет то, что люди не любят алкоголь. То, что климат прекрасный. То, что правительство более или менее милосердное.
И поэтому они живут, получают удовольствие и придумывают страннейшие игры, которых никто, кроме них самих, не понимает правил. О, вот этот фактурный парень. Это буффало. Они не относятся к священным животным. Они все время чешутся, жрут. И, кстати, работают, ходят на работу. И именно, скорее всего, их молоко используется в производстве молочных продуктов. Потому что коровье молоко, оно очень важно для религиозных обрядов. Тысячу лет не заезжал в это местечко. Да-да, узнаваемо, фудпланет. Можно посмотреть так беглым взором, что люди делают здесь на закате. Что делают? Нормально развивать вестибулярный аппарат. Честно, меня это потрясло. Однорукий парень с серферской доской. Да, я видел этот фильм про австралийскую серфершу, но здесь это мотивирует меня. Не, ну картинка-то не меняется, меняются лица. Раньше это все были наши, европейские, русские ребята, комьюнити. Сейчас я не знаю, что это за ребята. Ну, даже не могут разогнать желающих покупаться. Все люди чем-то заняты. Быстрый на подъем. Неожиданный стрим сразу с Нараяной начинаем, включаем и все. Она хочет чего? Радости, счастья и славы. Того же, что и мы все. Там пацаны охмуряют, у них там все. Ну что, все блатные места, все столики, конечно, оккупированы уже. Не протолкнуться. У хлеборезки все устроились поудобнее. Любовь, все, вот что, ты мое сердце, ты мое солнце, ты мой центр, ты все, ты жизнь моя, солнце. Вот так люди с солнышком разговаривают, а вы говорите, индексацию пенсии не поднимают. Не, ну все, под вечер разогнались, расшевелились, пошла движня. Пошел танец, пошел поток. Ну, немного танцоров, да. Однако.